Здравствуйте, рады мои. Кто там не рад, тоже здравствуйте. Ну, что сказать. Тимош-то ожил. Полностью здоров, я думаю. Вот что, симптомы какие. Почему я так понял? Вот вечером перед сном, видите, кусочек колбаски лежит. Кругляшок целый был вечером, он перед сном положил. Молоко крыночком там. Вон, крыночком желтый, беленький. Где вот камера-то, блин. Вот она. Полное молока было. Выпил за ночь почти все. А теперь что еще симптом такой? Я вот сейчас захожу, с работы приехал. Видите, шевелится. Он здесь сверху сидел, что тут лазил. Меня увидел и нырк по тряпочку. В норку, сволочь, залез. Ну, значит, ожил, рады мои. Вот такие три симптома. Ест, пьет и прячется. Значит, ну-ка попробуем его достать, попробую. Или что-то там. Тимоша, покажись людям-то. Вот лежит. Лежит, глаз в спине лежит. Тихо. Тимоша. А Тимоша. Может, даже сейчас кусаться начнет даже. А жил же, блин. Ой, по-моему, свистнул. Ой, точно свистит. Ладно, боится. Все, рады мои. Ожил Тимоша. Все, лайки, дизлайки, комментарии. Свистун, блин. Не свисти, денег не будет, Тимоша. До свидания, рады мои. Подписывайтесь.